Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardRest Info. В данном видео я вам расскажу, как настроить функцию оптимизация пространственного звучания на наушниках Sony VFL900H. Для этого зайдемте в приложение Sound Connect. Тут выберем пункт настройки устройства и прокрутим вниз до пункта оптимизация пространственного звучания. Нажмем «Измерить». Для этого возьмемте наш телефон и делайте все, как было показано на инструкции. И как можете заметить, у меня было измерение завершено. И нажмем «Далее». После этого надо медленно поворачивать шею влево и вправо. И как можете заметить, завершена оптимизация пространственного звучания. В правом нижнем углу нажмемте «Готово». Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!